Здравствуйте все, моя такая большая дружная семья. И снова с вами мы, канал «Приюта Твори Добро» и волонтер бездомных животных Наталья. Сегодня у нас такой экстренный выпуск по поводу всеми уже полюбившегося нашего щенка Ярика, который на протяжении второго месяца борется за свою жизнь, за жизнь, чтобы остаться четвероногим мальчиком. Коротко о Ярике. Ярик был сбит машиной. Щенок-подросток медленно лежал и умирал, истекал кровью двое суток. И только один человек смог не остаться равнодушным к судьбе этого маленького ребенка и оказал ему помощь. Спасибо огромное девушке, которая взяла Ярика, отвезла экстренно в клинику, но, к сожалению, в нашей клинике ему поставили приговор ампутации лапы. И уже через какое-то время люди обратились ко мне. Я экстренно тоже выехала, сняла видео и отправила нашему удивительному, замечательному доктору Николаю Николаевичу Ломакину. Я еще раз говорю, что это удивительный человек, а с большой буквы «человечище», который твердо знает свое дело и который именно их спасает. Он лечит, спасает, вопреки всему, не потому что это деньги, а потому что он безумно любит свою работу. Он готов оказать помощь каждому. Николай Николаевич, спасибо вам огромное за Ярика, от всех-всех нас, от нашей такой большой дружной семьи. Что хочу сказать и обратиться к вам. Ярик уже второй месяц находится на стационаре. Да, это большие финансовые вложения, но только благодаря вам и вашей помощи мы спасаем. Спасаем нашего чудо-мальчика, и осталось совсем немножко. Буквально во вторник я ездила в клинику, отвезла венчику на снятие швов, на повторный забор на бактерии его, и оставила на неделю в клинике. У Ярика на 9 число, на 9 марта, назначена операция. То есть процесс заживления прошел благополучно. Да, это труд Николая Николаевича, всего ихнего персонала, который ухаживает за ним. Я удивляюсь тому, что в этой клинике даже выгуливают собак. Мы когда приехали, Ярик, кстати, был как раз на прогулке. Большое спасибо искренне всему персоналу, вообще этой клинике. Поверьте мне, объехав множество клиник за 8 лет, я поняла, что здесь работают действительно профессионалы и люди с большим, большим сердцем. К чему я все это говорю? На 9 марта Николай Николаевич поставил Ярика на операцию. То есть все вы помните, что у Ярика серьезная травма, у него открытый перелом 3-й степени. То есть самой большой степени, при какой могла быть и ампутация лапы. Но лапу спасли. Спасли, сохранили. Это важно. Важно, что наш мальчик остался на 4 лапах. Теперь операция будет по перелому. Николай Николаевич индивидуально заказал Ярику пластину. Там 8 с копейками стоит эта пластина. Пластина уже пришла. И 9 числа Ярика будут оперировать. То есть установление будет пластины, именно чтобы пошел восстановительный процесс перелома. У Ярика операция и плюс потом еще долгая реабилитация. Уважаемая моя такая большая дружная семья, обращаюсь снова к вам. Нам сейчас нужна любая ваша помощь. Финансовая, 50-100 рублей, любые ваши средства пойдут на дальнейшее лечение Ярика. Давайте поможем этому мальчику уже до конца познать, что такое человеческое добро, что такое спасение, и что мы действительно все вместе боремся за его жизнь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.